4 ноября стартовал автопробег на север Омской области, посвященный Всероссийскому дню народного единства. Организаторами мероприятия выступили региональное отделение ДСАФ России при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и партии «Единая Россия». Омск, Большеречье, Тара, Знаменское, Тевриз. Такой маршрут за два дня вызвались преодолеть участники автопробега. Гонщики, автоинструкторы, аварийные комиссары объединились, чтобы показать жителям сибирского села настоящее техническое шоу, провести пропаганду здорового образа жизни. Первыми подготовленную программу наблюдали большереченцы. Свое мастерство демонстрировал Александр Фабрициус. Также любой желающий мог поучаствовать в соревнованиях по фигурному вождению на учебных автомобилях, прокатиться на спортивном карте и пострелять в пневмотире. Победители этих соревнований были награждены грамотами регионального министерства спорта, медалями и памятными призами от Всероссийского общества автомобилистов. Мы, Всероссийское общество автомобилистов, за безопасность дорожного движения. И эти праздники, они как бы еще раз напоминают, что безопасность – это серьезное дело, что нужно, не нужно нарушать правила дорожного движения, что нужно помнить, что автомобиль – это средство повышенной опасности. Прощаемся с Большеречьем, едем в Тару. Следующая остановка – Тара. На главной площади желающих принять участие в техническом празднике оказалось не меньше. Предложенная программа пришлась по душе жителям всех возрастов. Вообще здорово. Я бы еще покаталась. Среди встречающих праздничный автопробег Татьяна Степанова, директор Марчушевской школы в Тарском районе. Совсем недавно воспитанники этой сельской школы получили зимний спортивный инвентарь от Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Нам был вручен замечательный подарок Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта. Это лыжи. 14 пар. Наша база, к сожалению, спортивная уже обветшала, и это было замечательным подспорьем. Всех хотела поблагодарить от имени родителей, от наших всего коллектива, от имени детей тоже. После ночлега в Таре участники автопробега продолжили свой путь. Старейший город региона провожал дождем. Ближе к северу, тем погода становилась холоднее. После дождливой Тары нас встретила заснеженная Знаменская. Жаркие эмоции от технического шоу и нашего единства действительно греют. А впереди самый северный район нашего автопробега – это Тевриз. В Знаменском, несмотря на морозную погоду, устроили настоящий праздник с песнями, поднятием флага. Такие визиты для небольшого района – большая редкость. Поэтому эмоции местных жителей зашкаливали. Я очень довольна и жду вот этого момента, когда же я сяду за руль и поучаствую вот в этом автопробеге. Пусть маленьком, пусть вот по этой нашей только улице Знаменской, но тем не менее, я участник такого большого пробега, который организован, вот знаете, Омск, Большеречье, Тара, Знаменка и еще в Тевриз. Я очень-очень воодушевлена. Thank you.
Тевриз встретил участников автопробега еще более холодной погодой. Тем не менее, желающие принять участие в конкурсе выстроились в очередь. И здесь программа была принята на ура. Очень приятно, что во всех районах нас встречало огромное количество народу. Основная масса – это молодежь, то, на что мы делали ставку. Но считаю, что общение такое спортивное состоялось. Пробег еще был направлен на то, чтобы мы провели, будем так говорить, акцию, я уже сказал, по безопасности дорожного движения и по общению с людьми о предстоящих выборах 4 декабря. Народ настроен позитивно. Я считаю, что та стабильность, которая сегодня есть в нашем регионе о строительстве и спортивных объектов, мы проехали, посмотрели. Считаю, что настрой есть, поэтому еще один какой-то такой положительный плюс для народа мы пронесли.